Очень люблю петунии. И люблю их выращивать. Но вот незадача. С прошлого сезона нашла старые семена. Срок годности, конечно, истек. Но не выбрасывать же, жалко, красота. Решила проэкспериментировать. Беру самую обычную емкость. Можно такую, кто как любит, сколько садить, выращивать. Либо по одной семечке, либо все семечки сразу. Расскажу небольшой свой опыт, как проще и быстро посадить петунию. Насыпаю грунт, немножко его прижимаю и немного совсем увлажняю. Прям совсем-совсем чуть-чуть. Потому что петуния влагу любит тогда, когда она уже становится побольше. Увлажнив грунт, что делаю дальше? Делаю вот такие вот ямочки пальчиком. Объясню для чего. В эту ямочку небольшую я посажу петунию, семечку. Очень удобно петунии, когда вот в таком флебустере. Можно сеять по одной, можно сеять по две. Сею аккуратненько каждую луночку. Когда ваша петуния будет всходить, вот тут вот у меня небольшая заготовочка, это мой тоже эксперимент, тоже из просроченной петунии. Вот почему, для чего ямочки. Здесь вот у меня вермикулит, и в эти ямочки я досыпаю не грунт, а именно вермикулит. Для чего именно вермикулит? Можно песок. Почему вермикулит? Потому что вермикулит не каркуется. Лишнюю влагу, если вы даже перелили, он возьмет на себя и будет ее очень хорошо удерживать и равномерно распределять влагу. Дальше. Также самое главное для петунии — не перелить. И самое главное — пленочку снимать до настоящих полноценных листочков нельзя. Иначе у вас петуния упадет и заново она у вас не поднимется. Обязательно утром и вечером снимаем конденсат, переворачиваем пакетик. И стоит она у вас до вечера.